Сейчас еще посмотрим. Вот здесь дорожка. Возит на сене. Озон вырубил. Что, костер жгли, что ли? Да, короче, нормально можно по полям кататься. Вон хорошая резина вообще. Ладно, сейчас развернусь. Куча. По траве катаюсь. Нормально. Доминар, казалось бы, вообще не приспособлен, да? Вау! Силос или что это, солома? Такая скользкая. Ну да, если такой мотоцикл не приспособленный, может передвигаться по полям. Вот торможу нормально. Вот, то какой-нибудь эндуро на жестких шашках, конечно, ему без разницы все это дело. С большими ходами, он как диван, наверное. Ну давайте вон по камням проедем здесь, по песку. Воу, круто, да? Очень круто. Что это мы так не едем, не вообще? Коробочники. Шевелись жопой. Чё не едем-то? А, я его обгонял ведь уже. Москвич-то. Ууу, подкидывает. Подкидывай меня, дорога. Ого, сдувает боковой ветер, короче. Переставил меня такой на середину. Кто разрешал? Так, играем в лотерею, где получше дорога. Здесь. Ну-ка с края попробуем.
налево надо. Вот это камни. Жесть. Воу! Справа. И слева. Так, что-то я разогнался. Воу! Воу, воу! Воу! Я скажу, что посередине едешь, да? Так, тут надо притормозить, хватит. Пятая. И что тут у нас? Вот, вторая передача. Давайте проедем вот тут. По грязи. Песок в перемешку с глиной. Здесь кочки давайте вот эти. Вон. И дальше. Вон. Ну, надо сказать, я... Что вам пытаюсь показать-то? Я вам пытаюсь показать, что он спокойно идет вот по такому бездору. Раньше как-то, вот год назад, такого я не наблюдал. Он страдал прямо. Мотик страдал. Сейчас вообще ничего понять не могу. Прикатался, что ли? Амортизатор или что там? Или просто у меня уже скилл, наверное, прокачался тоже. Поэтому как-то так. Видите, на асфальте-то я более-менее лавирую между кочек. На бездоре у меня еще навык, конечно, не сильно прокачан. Как у туристов. Как у турендурщиков. Так-то, по идее, дорога вообще ушатанная. Ну, товарищи с Украины скажут, что ты еще не видел ушатанных дорог, но я вот, это у нас пока что самую ушатанную я нашел. Че, притормаживаем, что ли? Что-то темное пятно. Нет, нормально тут. Засыпано чем-то. Вот туда еще поворот есть, на Сидоровы горы. Там какая-то красота должна быть, но что-то неохота мне туда ехать. Тормознул я. Проверить, все ли в порядке. Ну, я чувствую, все в порядке. Какая-то травка тут прицепилась с поля. Да надо убрать. Грязь это у меня еще с прошлого. Муха полуживая. Или полудохлая. Все-таки я оптимист, если полуживая, говорю. Все нормально. Цепь чистая, смазанная. Сегодня я смазывал. Ну, уже в пыль попал, так что... Да, она подзапылилась. Кофр на месте. Все жестко, нормально. Ладно, поехали. Зачем я сюда сунулся, блин, такой бездор вообще. Капец, сейчас меня еще машина обгонять будет. Догоняет, блин. Придется шлем закрывать. Ну, вы поняли, да? Вот это грунт вообще. Щебеночка такая. Галечка. По кочкам-то он хорошо идет. А так, а куда он, Сидоровы горы? То направо, налево? Наверное, направо, я думаю. Я, конечно, понятия не имею. Я уж тут давным-давно был, забыл. Может, и прямо надо было. Ну, грунтовка вообще чистой воды, это вообще не для шоссейной резины, если честно. Скользкая штука, да.
скользкая штука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Руль начинает плавать. Турендурщик из меня как лапач. Ла-ла-ли-ла-ло, ла-ло-ла-ло-ла-ли. Тихо-тихо-тихо, проезжаю я. Нет, я не туда, наверное, еду. Не туда. Тан-ти-та-дун-та-ди-да-дам. Пам. Не туда. Не туда я еду, не туда. Но я же с вами грунтовку испытываю, да? Газу подаю, передок плавает. Да он и так плавает, черт возьми! Че там плавает? Ну-ка не плавай! И зобка плавает. Зобка плавает в пруду, не поймаясь ни одну. Я не туда приехал. Поздравляю, Ян Пучков. Так себе этот. Так себе этот. Сейчас пропустим эту Ниву. Давай, Нива. Что-то у меня шея оголилась. Холодит. Вдоль, по диагонали проехал. По сухой засохшей грязи. Буксует заднее колесо. Короче, сегодня вы катаетесь со мной по грунтовкам. Нечего смотреть на красивых московских блогеров, на красивых байках, которые катаются по крымским достопримечательностям. Сегодня с Яном Пучковым по грунтовке. Газу поддаю. Газу, газу. Ага, газу. Хочется ехать быстро. Научиться. Но я думаю, не стоит зашкаливать. Не стоит зашкаливать. Все у нас впереди. Не стоит зашкаливать. Эх, да минарчик, погоди. Ну что, кстати, сидушка нормальная. Я ни разу и не вспомнил про попу. Круто. Я вот то, что добавил, эти 2 сантиметра мягкости, они мне как-то вроде даже демпфируют. Как-то демпфируют. Так, отсюда мы с вами выезжали, да? Не поеду на Сидоровы горы, туда съезжу с Максимом. На турендурке с ним. Поехали обратно. Ну нормально, нормально. Мне очень нравится. Вообще супер, супер, супер. Хорошо идет. Быстрее, чем на велосипеде, мне кажется. По такой дороге. Надо кофр все-таки открыть, посмотреть, что у меня там творится. Я приоткрою немножко визор, чтобы чувствовать, так сказать, атмосферу происходящего. Жу. Ух, какие гальки. Жу. Ну, честно говоря, достойно. Очень. Визор открываем, мухи залетают. Да что такое, господи боже мой, откуда вы беретесь? Итак, дорогие друзья, я отдохнул, вспомнил, что такое туристическое, как это, туристический режим. Потихоньку вхожу в него. Обычно это я раскладываю мотоцикл, отдыхаю, ветерочек, снимаю куртку, там проветриваюсь, пью чаечек и так далее. Вхожу, в общем, в свое русло, в туристический режим. Очень мне понравилось, как я сегодня прокатился. Еще раз испытал резину. Мне очень нравится съезжать на бездорожье. Еще раз испытал уже второй или третий раз в агрессивной среде Кофур Гиви. Почитал комментарии, пока чай пил. К последнему видео послушал хейтеров. Это, конечно, ржака. Я поржал. Ну, спасибо вам. Вы все равно пишите, потому что без вас не будет контента.
Очень много народу меня поддерживает и говорят правильно, что в основе своей я говорю все правильно, а все, кто, ну, тем, кому нужно, они поняли, а кто не поняли, это хейтеры. Ладно, ребятки, я всех люблю в любом случае, люди, это все братья, надо быть добрее. У меня очень крутая музыка играет, я поехал домой, снимать уже, наверное, ничего не буду. Всем всего доброго, до свидания. Охрененный музон играет, блин. Вот епошки мочат. У-у-у-у, давай. Вау.